Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Ясненько, ясненько. Ну чё, я за тобой следую, чё ты стоишь? Даже ты меня ведешь. Наверное, ваша местная лаборатория. Сюда. Ебать, ты серьезный какой-то, дядька. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юбетиба. Чё-чё он? Юбетиба? Это что такое? По-русски можно перевести? Черепушки какие-то. Куда мы идем? Скоро увидишь. Рак какая-то вырота. Что такое? Блять. Ты что, меня травануло, что ли? Нет. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Да и биочип особенно. Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Вьюэ Куран. Ох, нихера себе, ебаться, всраться. Это что такое? Это что такое? Это какие-то подпольные... Бон. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Угу. Ну, давай. Так, так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть инграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Дирекцион... Давай. Заебись, блядь. Коннекцион экстаб. Так, чё мне, в ванну со льдом нырять? Но пойдем чего ты ждешь? Лед успеет растаять, пока ты сомневаешься. Так, а что такое черный заслон? Может, это что-то опасное? Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскиинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже эскиин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. Черный заслон — это, короче, что-то вроде льда, получается, какого-то барьера. Так что ли? Ладно, ну, ныряем. Ну чего ты ждешь? Лед успеет растаять. Можем работать. Да хорош, блядь, прибедняться. Чё, у вас больше льда нет, что ли? Леон, а вы Жан-Хилы? Ну, что теперь? А Джонни кинул меня. Так, и где это мы? Что это за место? Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть.
тут все такое живое, настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тобе. Ладно, что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Режим. Так, мы мотаем назад, значит, воспоминания Джонни. Что происходит? Так, мы играем за Джонни. Текст поменял цвет, значит, мы играем за Джонни. Это концерт, я его помню. Что происходит? Один хуй, меня все любят, смотри, ебать. Зануда, блядь. Да, это я, ебать. Я соска. Это не твоя личная группа. Ты тут не один. Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись. Вот так-то, ебать. Ой, красавчик. Блядь. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Что сейчас будет? Так. Закрыть глазки, кому нет 18. Графон найс. Бля, что он делает? Я понял. Да, блядь, ты даже трусы не снял, чё за хуйня? Сигаретка и цветовое, понимаю. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Это типа намек... Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни. Это типа намек на то, что, блядь, у меня все заебись, а у нее нет, походу, да? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни.
Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Одна въебала дыма. То есть ты хочешь меня перевоспитать? Ну что ж, не ты первая, поверь мне. Очень надо. Я в такие игры не играю. Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь. И только ты можешь с этим что-то сделать. Имей в виду. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Жестко. Знаешь, мне жестко. Казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Силерхед! Эй! Давай, я тебя провожу. Что, спиды кончились? Какие нахуй спиды? Ты чё? Я не наркоман, я чистый. Завтра снова играем. Ну что, может зайдёшь? Пойдем отсюда. Жулики, блядь. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? Отвали. О, ого. Какой он у тебя крутой. Блядь. Что за хуйня? Он сзади был. Нет! Бля, ну так нечестно. Нет! Уйди, блядь, ко два мне, клинка нет! В пузо, нихуя себе, ебать. Джонни! Не трогайте меня! Блядь, ты куда ее забираешь, блядь? Чупакабра, блядь, я тебя запомнил. У тебя был ракес. Это все, что я запомнил. Плохо тебя отделали. Ну давай, подъем. Блять, а ты, блять, сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Блядь, ты прав, не послушаю. А это, блядь, что за... Агент Смит, блядь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто... был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего.
Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Ебать, ты охеревший тип, ебать. Думаю, Альт случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Хуя себе, ебать. Ну и таких дохера. Росаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Угу. Я понимаю, к чему это все идет. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Так, нужно покинуть клинику и дать пизды Росаке. Ну, а ты че? Пойдешь со мной? Куда? В Росака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо? Секунд, блять. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. Так, бестия. Нужно, значит, найти бестию. Ебать. Пуса нахуй под дабстеп. Все, потусили. Сильверхед! У меня тут счет с твоим автографом! Да, мне кажется, блядь, это вообще похуй, блядь. Дарю тебе. Что, ты пробовал? Так, а где она, блядь? Где-то здесь. Бля, где бестия? Слушаю тебя. Так, ладно, спросим. Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Так, наверх надо. Ты под кайфом, что ли? Ёбаный прот. Джонни, можешь Чё? Помочь? Чё такое? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ебать, заебись, блядь.
Так, бестия! Бестия, блядь, да где ты? Уже не помню. Прячешься. Этого хватит, чтобы остыть? Нет. Нет. Вижу, она да. уже не работает на протеру. Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Батька, ну, короче, этот Джонни... наглый хер. О, Джон... здорово, ебать. Что за туса? Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Это да, ебать, это да. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ага, настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый Значит, раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Так, двойной тариф. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. Бля, да похуй, давай. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни! Ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд. Чё, блядь? Пойдёшь с нами. Да без проблем. Сейчас допью. Уже началось. Открыть огонь! Ты всё так же популярен. Ой, какая же у него пушка все-таки классно. Мне этого не хватало. Быстро, быстро! Вертолет? Серьезно? А вот на этот раз выйдет. А там был дебуль один. Ух ты, блядь! Так, надо, да, отсюда съёбывать. Уходим, ебать, четко, ебать. По шоту раздаем головешки, ебать. Хороший был бой. От тебя все-таки есть польза. Ты ебать, ты лишь бы повоевываться, блядь. Быстро в лифт! Когда мы закончим, хоронить будет нечего. Так, ну хорош лагать, все, поехали. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Разъебем всех. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Кентюрик новый у меня, короче.
Ой-ой-ой-ой-ой! Блять, а как я умер-то? Да ёпана в рот. Так, продолжаем. Начинаем с улицы, значит, да? А чё за хуйня, ебать? Почему я один еду? Где напарники мои? Чё за хуйня? Меня Томпсон. О, блядь, заебись, ебать. Кто? Журналист, ты не знаешь. Так, главное не торопиться. Ой, как вот мне, блядь, через стенку прям четко стреляет. Ой, прям вообще. Блядь, ты убил меня? Ой, это же Порше. Есть еще кто? Никого? Это обычная бензиновая Порше. Давайте, не отставайте только. Так, за нами хвост. Где? Кто? Ну давай я постреляю. Если попадут по машине, нам пизда. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Вот это быстро было. Очень медленно мы едем, чуваки. Очень медленно. Надо бы поторопиться. Придать газку сколько там? Блять. 50 миль в час, охуеть. Их надо скинуть. Справа переулок, сверни. Ну что, держишься? Да ебать, мы едем как на прогулке, блять. По правилам. Где вы видели погоню? 50 миль в час, блядь. Пробок нету. Трафика нету. Так, все, пора выходить. Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альт Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Я звоню Нэнси. Она знает, как собрать толпу. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да? А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Блядь, чё, обиделся, что ли? Ну ёпта-ли-мопта-ли, агент Смит, ты чё? Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэру. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас... О, блядь, ты чё, спишь, блядь? Чувак, встань, ебать. Ой, ебать, заебись, ебать. Центральный компьютер. Надо его найти. Ладно, слушай внимательно. Пошли, блядь, хули вы стоите.
Там уж твой, там цел. Пай, ну пистолет, блядь, огонь. Ищем другой вход, блядь, раз дверь закрыта. Ебать, найс, блядь. Вижу четверых. Идут сюда. Приготовься. Откуда идут-то? Спрятался тому поздняк. Пять секунд и заходим. Готовы? Закончим побыстрее. Ебать, ты хоть раз стрельни, блядь. Ух ты, это, блядь, что было? Блять, я поджигаю как-то, блять. Что это такое, блять? Мы победили. Ладно. Так, идем дальше. И все, что ли? Я думал-то, блять, что супер-мега-турель будет. Какие-то слабые, блядь. Есть идеи? Блядь, я уже всех разъебал, блядь. Ах ты, сука! Нет. Есть пластилин, ебать. C4. На-ка. Теперь понимаю, почему мы его взяли. Так, да, я тоже пригнусь. Так, активировать как? Вот так? Бау, ебать. На нахуй, блядь. Ой, сейчас тут будет война, мне кажется. Открываю огонь! Да, что это за хуйня, блядь? Какой-то супер быстрый, блядь, хер. Так. Блядь, пидорас, блядь, как сюда зайти? Где ты, блядь, хер быстрый? Куда вы стреляете? Акира, это какой-то босс, что ли? Ну, давай еще одну критулечку. Еще одну! Блять, найс. Как разбить, блядь, стекло? А, можно просто зайти. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Ну, нехуй воду лить, блядь. Нет, только не это. Она... Чё, она умерла, что ли? Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, ещё пишешь? Это всё, что мы можем. Рассказать людям правду. Не изменишь. Она не... Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, железяка по лицу, ебать больно. Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. И? Она умерла, и кто меня спасет, блядь?
говори, а то лопнешь. Да. Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Про Альт. Ты всегда так себя вел? Поговори еще тут про Альт. Ты чё, блядь, другой флешбэк смотрел? Да я ради нее разъебал Арасака Тауэр. Интересно, зачем? Правда, ты же ее, считай, послал. Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах. Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто уйти, но нет, сперва по яйцам вдарила. А ты никогда не думал, что она права? С чего бы? Она была та еще манипуляторша. Вот уж кто бы говорил. Это в каком еще смысле? Вспомни, каким ты был в 20-х. Неужели ты ничего не понимаешь? Нет. У меня какое-то дежавю. Ты такой же идиот, как она. Почему тебе ебет, что было в 2020-х? Потому что ты ее ищешь, чтобы попросить о помощи. И вообще, ты тут как бы не один. Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили. Она не умерла. Она ушла. Сбежала. Ну, я же видел... Она ушла от них в сеть. Она Альтрон, ебать, получается? Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Будуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. С рояля не потяну, блядь. Я же, блядь, супер герой здесь. Главное лицо, блядь. Про меня вся игра, весь сюжет. Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Ну пойдем. Куда идем-то? Туда, где уже нет границ. Ебать, ебать. Черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Ебать. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але... Опять на какую-то авантюру меня, блядь, подписывают. Как мне перейти на ту сторону? Брижит? Что за хуйня? Где они? Поговорить с Альт. А где Альт-то? Альт! Альт!
Ой, ебать. Ты изменилась. Тебе нельзя здесь оставаться. Блять. Альт Каннинге. Но вытащила меня оттуда, получается. Что происходит? Здесь мы поговорим. Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Блять, какую цену мне надо заплатить, чтобы ты меня спасла? Опять хуйня будет, типа, блять, принеси то-то, блять. И я тебя, твоё, может быть, спасу. Неоправданный риск. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Ой, блядь, начинается, блядь. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Ебать, подъемка. Лучший в истории нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Ну ладно, я возможно. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Хуя себе, ебать. Чё, блядь? Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Блять, а что изменится-то? Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети.
Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ебать, пиздец, ебать. Что значит уйти невредимыми? Они убить хотели, типа, блядь? Ты все-таки смог выжить. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Ну что ты, блядь, сучка пиздлявая, хотел убить меня. Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся. Да пошла ты, блядь. Кинуть меня хотела. Она хотела меня убить, блядь. А нахуя, блядь? Я же хороший, блядь. Я, блядь, вообще заебатый, четкий, блядь. Где тут выход? Я даже не просто убираться, я убегать отсюда буду. Потому что здесь мне больше делать нечего. Опять по коридорам, вот наверх путь. Все, церковь, выход, мы вышли, слава богу. Блять, опять бячий блеск. Смотри-ка, смотри, видишь? Пидорасы, блять. Че, блять, кто, блять? Что-то сказать? Говори. Я же вижу, что твою энграмму что-то грязь. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты мальчик с пустошей, который всю жизнь полагался на помощь семьи. Но в Найт-Сити ты никто. Ты воруешь у мусорщиков, об которых все наемники вытирают ноги. Ебать, да ты охуел, ебать. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний. Я твоих. Чур, там, где я уединяюсь, голыми тетями не смотреть. И не пересматривать, я знаю, блядь, тебя. Пойдем уже отсюда. Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что ты шел меня поимел. Ну, не буквально. И это главное. Можешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше ни зачем. Ты хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее. А я не хочу отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. Да сколько можно? Опять ты начинаешь. Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Да, давай послушаем. Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью. Но теперь им нужны и наши души. Да ну, не преувеличивай. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке.
Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Да, ладно. Твою мать. Погоди, давай. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. О, блядь, исчез. Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я один. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. И помни, Вина все про всех знает.